Дмитрий Медведев в своем блоге поздравил футболистов «Зенита» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, самого престижного европейского клубного турнира. Игроки команды с берегов Невы добились такого успеха впервые в истории. В заключительном матче группового этапа «Зенит» сыграл в ничью 0-0 с португальским «Порту». Этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место в группе и обеспечить себе участие в 1/8 финала.